Hardway to S. Ом Hardway to S. Или трудный путь к изи. S это означает в играх изи. Или легкая победа. То есть получается так переводится. Трудный путь к легкой победе. Пятая карта из серии Ом голландской. Из пакета СК Ом Пак АВ2. 16 карт. Так, вот эти карты такие. Ом Клин Свип, Ом Фром Абов, Ом Гамме Он, Ом Год Оф Хаус, Ом Хардвей То Эц, Ом Холд Он, Ом Пулбэк, Ом Ребел Сити, Ом Робос Иланд, Ом Сайлент Хантер, Ом Сноу Февер, Ом Стопор Ка. Ом Страйк от Башар, Ом Таргет, Ом Вэк Атак. И одна единственная из этих карт, Ом Медик Паник версия 2, имеет другое описание. А для 15 карт одинаковое описание. Добро пожаловать в онлайн Marines NL. Этот сервер совместных операций является частью программы онлайн Marines Джо. Это дает возможность играть в игры для людей, у которых есть Джо. Никаких обязательств, очень весело. Цели оставайтесь под прикрытием и переходите от укрытия к укрытию. Оставайтесь сосредоточенным и сохраняй хладнокровие. Пожалуйста, посетите наш сайт http://www.onlinemarines.nl. Голландские карты, но эти все сайты давным-давно уже выключены. Короче, тут классическая карта ОМ, поэтому действие во дворах будет идти. Я вижу всего лишь... Ну, можно 4 условно считать двора. Вот первый, вот это как бы проход в первый двор. Это стартовый двор. От стартовой точки идем на север по змеящему проходу. Тут форт, очевидно, будет. Потом переходим с каким-то зданием двор. Небольшой точка А. Выход в главный большой двор Б. Да, тут какие-то здания стоят. И потом по проходу уже в С идем. А это я не знаю какие-нибудь. Ну, тоже так же какие-то здания. Двухэтажные, там уж какие-то другие. И что я вижу? Целей всего тут 3. В А в здании, в Б здании и в С где-то на... Нет, вернее, не-не-не, я вру. В С сразу 2 цели. То есть 4 цели зеленых. Тут уничтожать надо зеленые цели. Они могут быть разными. Ящики, ракетницы, ЗРК. Такая вот история. Ну что, приступаем. 3 точки АБЦ. Идти в северном направлении. Поехали. Сейчас будем настраивать. Обязательно проверяем. Ну, там какие-то деревни видны. Кстати, эти карты не обязательно во дворах. Они могут и на открытой местности идти. Но все равно все разделено на зоны. Плохо, что никуда... А вон, видишь, там степи бескрайные. Ну, понятно. Так-с. Засмотримся. Увеличим все, что нужно. Так, так, так. Ой, подожди, подожди. Так, ну. Как-то так. Так, так. Так. Ну вот, короче. Вот стартовое место. Нежные такие облака очень медленно летят по небесам. Красиво. Что тут можно сказать? Так, ну арсенальчик. Ну что, начинаем выдвижение. Такс. Давай, сейчас будем идти по проходу аккуратно. Ну, вроде как никого нет. Проход, в общем-то, чистый. Вот сейчас там, наверное, уже будут гады. Во. Так, вот, подходим к избушкам. Тут избушки, оказывается. И откуда? Так, непонятно. Вот сейчас будем аккуратно. Тут, видишь, находится
Небольшие домики. И нужно тут... Ой, блядь, подожди, блядь. Давай сюда, сюда. Ну, блядь. Давай сюда, сюда. Не знаю, будут ли тут волны врагов. Так, форт. Блин, вот чтобы не сняли. Блядь. Ну, ему кинул гранату. С это как бы изи, значит. Да блять, ты сука, ты охуел? Козел ты просто охереть. Сюда гранату. Я хотел в контейнер кинуть гранату. Так, там какая-то канистра. Так, ну вот такие домики. Собственно, форт там получается. Стартовый двор. Несколько таких домиков белоснежных, из белых досок побеленных. И канистры. А канистры, интересно, вроде они как целями-то не являются, эти канистры. Ну, сейчас надо еще осмотреть домики. В домиках могут гады водиться. Пошли аккуратненько. Уже со второго двора. Ну, побежали. Он так прыгать можно. Оп. Эп. Он тут такие водосточные трубы по-старинному сделаны. Все раньше так ли всегда делают. Вот так и так. Чтобы ни в коем случае нельзя, чтобы вода стекала под фундамент, размывать может стены дома. Сырость создают, обязательно воду надо выводить. Угу. Понятно, что ее можно использовать даже для... Козел. Так, давай осматриваться. Ух, ну-ка сюда. Они тут прячутся. Ну все, вроде зачистка этих домиков завершена. Ну, тут фактически два домика. Стояло так. Давай. Ну и тут еще такие низко. Канистры, канистры. Давай сейчас осматриваться. Да блять! Что, они опять появились? Шволк, да, да. А-а-а, сволочь! Нормально. Вот можно осмотреться, кстати. Чё, охерел? Так, а как лучше осматриваться будем? Так, ну там от стартовой точки. Да блять, ты пидор. Побежали. Местность-то вся пустынная. Пока вот не прорвался. Недостатком этих карт является то, что там возрождаются гады. Вон как солнце слепит. В реальности слепит фактически. Угу. Всего лишь игра. Сука, они дают осмотреться. Руф контейнера. НСК сделал руф контейнера. Да блядь. Там вон танк где-то лязгает. Руф контейнера. Да. А кстати, у Б ведь... Слушай, подожди. У Б две точки. Ладно, у Б и С по две. То есть, получится, 5 целей тут будет.
не 3, как ты поначалу посчитал, а 5. Ну, а контейнеры, эти, вернее, контейнеры, вот эта херня, она, наверное, никакой роли не играет. Ну, подорви ее, нахер. Чего тут валяться? Вот что-то написали. Ну, непонятно. Что-то написали, непонятно. От солнца видно, как протуберанца ведет. Учиться здорово. Да блять ты, сука. Смотри, сколько там скопилось. А как-то туда забрлять. Забулититься. Забубаниться, блять. Пока вот не удается. Сейчас вот будем думать, это короткая карта не означает, что она легкая. Это дело. Суки там с пулеметами. Давай аккуратно. Пизда ебаная. Козел. Ну отсюда я пришел. И домики. Вот туда надо будет идти. Вот туда надо будет идти. Так, ну-ка быстро осмотрим. Так, во. Сними этого пидора. Так. Там, слушай, проход между домиков. Да блять, ты знаешь. Там он хрен стоит, я его хочу ликвидировать. Как нефтяные колодки, что ли, блядь? Ты как нефтяной завод, что ли, какой-то? Так, ну давай осмотримся. Так-с. Вон там командная точка болтается. Наверное, С. Вот видишь, по проходу туда надо будет уйти. Ну чё, все тут они успокоились? Надо идти тогда. Сейчас. Тут рядом точка А будет, но вот надо еще ее взять. Сюда... Блять! Что, пиздец? Наповал. Красиво летят облака. Облака, облака. Учитесь вы издалека. Трудный путь к легкой победе. Недаром он так назвал. Хер пройдешь через эту карту. А вот я не помню, они же под эскалацией сделаны. Сервере Silent Killers. Ты, блядь. Ну там даже ящик уничтожил. Так, заходим. О, командная точка. И хер мадановый. Совсем озверел. Такс. Командная точка. Давай туда гранату ему на память отправим. Отходим. Ну, мало ли там какой-то хрен. Давай берем точку. Сейчас давай аккуратненько. Так, так, так. Вот. Блять! Под выстрел. Ты пидорас, иди нахуй. Все, в общем, короче, тут ящик. Стоит. Ну-ка, стоп, стоп. Там стоит хрен, но его хер собьешь. Не, так нихера не сделать. Ну, блять. Ты просто в каждой щели по гаду. Так, ну идем. Может, слушай, ему туда парализатор бросить? Пошли.
общем, первый двор это как бы деревенька из нескольких домиков. Козел, иди нахуй. Во втором дворе ангар стоит. Казарма и ангар там. Да. На контейнеры, наверное, не... В казарму пусто. На контейнеры, наверное, хрен заберешь. Ну-ка, пулемет можешь взять? А, шиш. Враги хоть и бегают волнами, но все-таки можно от них избавиться. Так, ну такие пироги. Оп, ничего не делать. Так, ну что, пошли подрывать ящик этот. Ящик номер один. На дворе, в первом дворе только один ящик стоит. Все, готово. Первая часть операции сделана. Тебе что, надо идти? Во второй двор, ну там танк катается, я слушаю. Ну давай на разведку сейчас смотаемся. Только давай аккуратно, там много пулеметов, может быть, всякой другой хрени. О! Первый хрен. О. Там дохуя их. Идут, извини, секунду. Снимай. Блять, там танк. Ну нет, так его не уничтожишь, надо РПГ, наверное, взять. Да не, надо избавляться. Ты не пройдешь там. Нет, стоп, стоп, стоп. А вот парашют как таковой не нужен, потому что он автоматически придается, а в комплект и бронежилет, и парашют не нужны. Он еще стоит. О, гад. Подойди, отойди. Суки, уехали. Все, взорвался. Ну давай возьмем огнемет, это уж. Вот тут еще сильнее солнце вылезло. Выше, наверное, поднялось. Ну чё ж, идем во второй двор. В третий уже двор по счету, да, в третий. Так, стоп, стоп, стоп. Я сюда он тебя сняло. А вот. Ты сюда. Вперед. Ну-ка, сюда, сюда. Чисто. Если тут не будет волн, а так будет легко. Так. Пока ничего не видно такого опасного. Сатанел. Он там какой-то мудак пришел. Пизда. Да, пока, видишь, не особо удачно, но надо выдвигаться. Вот будем сейчас это делать. Пытаться выдвигать. Да не, вначале давай зачистим, потом будем осматриваться. Во! Козел. Вот слушай, может быть, в чем нам мучиться-то? Давай в дом залезем сейчас. А, у тебя. Так, ну-ка, давай-ка. О, двоих создал. Они ж не секут, когда в здание забираешься. Так, ну-ка сюда. Так, чисто, чисто. Там не обновляются, кстати. Это вот плохо. Да, в заброшке, короче, сейчас закрепится.
Ура! Итлэд! Ура! Come and get me! Поварил мне нужно. Блядь! За спиной, видишь, там. Это так, там мудаки с ножами так. Тут просто застрелил. Подловил. Так кидайте ему парализатор. Ой, блядь. Пошел. Козел, блюдо. Ты пидорас. Так, да стоп. Нормально. Козел. Так, ладно. Ой. Такс. Девичья улица, блядь. Сука, они там, блядь, обновляются. Козлы. Не нравится? Ну чё, гниды там будут эти обновляться? Если будут давить, подождем их. Пока они не перестанут. Полетели. Не нравится им. Из контейнеров, суки. Он там ходит, у блять, так и лезут, падлы. Там он тоже ходит. Хорошо. О, козлы. Давай. Такс. Ну и чё, всё? Там вот заодно тоже поснимал. Там это уже третий будет, наверное, двор. Вот там ангары стоят. Так, ну хрен его знает. Там я прошел ту заброшку. Вроде все тихо успокоилось. Угу. Вон. Удобная заброшка, вы что-то можно снимать. Сука побежала. Яблочком. Ну, местность вся пустынная, как мы видим. Одна единственная колонка тут работает. Ше. Вата было даже похуже, чем в бое. АЦ автоматом я зачистил. Ну чё, всё, конец. Вроде как не появляется. Так, вот такой вид. Дворы такие. Это значит двора, ангар и казарма. И двор Икс, где деревня. Степи бескрайние. Там что-то взорвалось. Так, а тут мы видим... Блядь!
Ёбаный бро. Взял, слетел. Так. О, сука, подожди. Все-таки там кое-кто бегает еще уцелевший. Так, вот. Вот это Девическая улица. Девичья. А где проход к Ц? Вот туда, по Девичьей улице. Но в самом Б, что мы видим? Это все ведь Б. Вот это, кстати, они где бегают, это тоже, это не Ц, это Б. Ц вон туда. Так вот, в этот ангар надо лезть. И тут еще что-то торчит, а тут что может быть? А вот эти, наверное, слушай, вот эти кони... Слушай, гадина бежит. Козлина. Такс. Надо бы подзарядиться сейчас здоровечком. То есть не здоровечка, а арсенальчик. Вот такой двор. Не особо-то интересный. Угу. Ну, вышка, заброшка и ангар во дворе. Блядь, отходи, отходи. А давай пробежимся мимо домиков. Там могут, видишь, гады быть. Сейчас поэтому быстренько пробежимся. Ну, видишь, закрыт пока проход. Ну, можем мы сейчас на память туда кинуть гранату. И, ну, или давай посмотрим. Да, тут, в общем, закрыто. Ну, кинем туда на память. Все, уходим пока. Вот гады сидят. От заразы. Так, ну давай сейчас пополним боеприпасы сейчас первым делом. Грудь прострелил. Хотя бронежилет. Ну, не помогает. Так, надо вот здесь все доделывать дело. Так, смотри. Охерело. Охерело совсем. Так, ну-ка давай-ка осматриваться. Сынулся, тоже охранялся. Захватили. Колоночка нефтяная. В этом-то здании ничего нет. Только позырим. Но все равно давай сейчас осмотрим. Мало ли там кто-то водится. Хорошо, что не встал. Ну там негодяев почистим. Давай, слушай, парализатор. Сейчас уничтожу. Так, вид на степи. Все чисто. Вот такой вид на степи. Там точка X вон. 252 метра. Не так далеко. Так. Так, чуть-чуть. Проход. Короче, нифига тут интересного нет. Только нефтяные канистры стоят. Две колонки. Сейчас давай быстренько сюда осмотрим. В контейнерах никакая мразь не пряталась. Доски. Так. Так, надо подрывать. Вот эта цель является. Тут, видишь, баги не кидают.
подходим. Подрываем. Мощный взрыв. Прямо в солнце пошел дым. Давай, короче. Заправляемся. Надо бежать по Девичьей улице сейчас. Не, не сюда. Ну, пошли. Сейчас во двор надо сказать. Видишь, огороженный двор. Кстати, точка Б-то не взята. Я же так на А и сижу пока. Она там где-то во дворе. Как-то залезть туда. Проход закрыт. Надо идти туда вовнутрь, двора. Далеко тут ходить. Да. Это вроде небольшой по размерам. Тут-то большой двор. Ну, думер напоминает, там что же, дворы какие-то. Так, ну-ка. О, идут, идут. Козлы. О, слушай, там гад. Ну что, понятно, тут проход-то открыт. Угу. Можно было, кстати, от того здания идти. Давай парализатор, чтобы не попасть. Берем точку Б. Ха-ха-ха! Чё ж так орёшь-то? Двор, разумеется, охраняется, надо аккуратно выйти. Ладно, всё, я захватил точку Б. Сейчас надо в ангар лезть быть. Всё взято. Гады могут возрождаться. Блять, ты пизда, что делает? Че они тут возрождают? Крестный огонь. Надо сбиваться как-то. Слушай, тут херня творится. Миша, они возрождаются в сажете в ангаре. Гады. Так, надо тут. Так, ну-ка. Да. Так, ну все на раз. Волны эти прошли. Прям я не знаю, раз пять примерно приходит. Ну все, короче. Двор, внутренний двор. Двора Б, как говорится, обучище. Видишь, какой он огромный ангар. Это колонка качает, это не люди, нет. Сколько он, интересно, в периметре.
3-4, 35 метров, 3-4. Слушай, тут ты не пройдешь, тут пизда, натянули колючку. Возвращаемся. Там надо ящик уничтожить. Ящик номер 2, то есть во дворе Б надо было уничтожить два нефтяных бака и ящик номер 2. Вот пока прощаться не знаю. Что там вот надо будет делать? Ну, сейчас увидим. Так, ну вот такое тут история, как говорится. Такой огромный ангар, сам двор. Так, ну пошли. Вертолеты не нужно уничтожать, но можно сломать. Так, чисто. Вот Виллис разбитый. В оригинальной этой игре Виллиса же не взять. Не разбитые стоят. Хотя вот в древней, в БХД, там Виллис был. Там какой-то начальник на Виллисе сидел почему-то. Давай подрывать, короче. Ну, такие вертолеты, он как бы неисправный. Стреляет. Он не пулемет? Нет. Откуда он стреляет? Короче, неисправный вертолет, от него толку-то никакого. Если его подорвать, там вроде можно прятаться. Будет внутри. Сейчас посмотрим. Да. В подорванном, видишь, образуется дырка и можно прятаться. В дизматчах это полезно. Вот, ну так-то, конечно, видно, вот если так сесть. Но тут можно как бы, ну как-нибудь затаиться, короче, подальше. А самое лучшее вот в эту дырку стрелять. Я так в один раз затаился и неплохо их било. Они долго не могли понять, откуда их расстреливают. Все, короче, валим отсюда в третий двор. Заключительная часть операции. Будем надеяться, что бронетехники там нет. Ну тут танк-то катался. Ну что, возвращаемся, тут ведь долго идти. Возвращаемся. Некоторые карты тут были довольно-таки сложные, на которых я немало потратил времени в оригинальной этой игре. На Silent Hill. Так, ну заходим аккуратно. Проход к точке С. Так, вот точка С. Точка С, контейнеры. Вон там гадина, давай туда ему гранату. Берем скорее. Гадов надо было пожечь, выжигать. Ну пошли. Все, пиздец. Ну что, надо идти по контейнерам этим, короче. Методом Балрога. Повыжигать немножко. Козлы. Ну, да,
пока пройти, конечно, не дают. Не дают. Ну, пройдем. Все равно. Да-да. Да, видишь, пока в контейнерах идет бой. Ну, пройдем сейчас. Это уже... Сейчас они тут не вечно. Что не вечно под луной, как говорится. Да, есть карта, где вечное возрождение идет. Там пизда. Возможно, надо уже будет на пулемет переходить. Так, выносит, да, конечно, и класс. Ну, ангары там стоят. Вот то, что там на карте написано, нарисовано, это все ангары. Может, еще одна... Тонны вещи, да, мудозвонов с гранатометами. Надо аккуратным быть. Жестко тут пока, да, не пробиться никак. Ну, будем пробиваться. Он так-то небольшой по размеру. Замазал, гад. Суки. Так и шуборят, так и шуборят. Будь аккуратными. Консерватория, где Сержик выступал. Консерватория. Сейчас на этом дворе надо дело доделать. Ну там двухэтажный. Сержик в консерватории выступал, да. Сука. Пока нас тут уже проход расчистил, на дворе еще не закрепится. Контейнерный проход расчищен. Все, готово. Да блять, сука! Кто-нибудь еще попадется? Там, кстати, у заброшки что-то стоит. Цель-то у заброшки еще. В ангаре в дальнем что-то стоит. Наверное, ящик. Да, тут какое-то место более сложное. Ну вот все. Вот такой двор. Угу. Да, не знаю, для чего для скрина брать. Но это место хорошее, в общем. Ангары, кстати, тоже прикольно могут выглядеть. Вот единственное, что там руина стоит. И облака очень нежные летят. Именно что не статично, а именно что летят облака.
Да, красиво, красиво. Нежные такие кучевые яблока. Ну чё? Давай осматриваться. Блять, из РПГ ебут. Пока вот не удается никогда доделать это операцию. Что-то хмырей много затаившихся. Блять. Пойми, блять. А, слушай, думать. Пока вот херня какая-то идет. Вроде как тут закрепился. Так, с этой стороны безопасно. Блять! Слышь, опасная пизда. Оказывают ожесточение сейчас сопротивление. Так, ну вот до угла дошли. Снимали у заброшки этих гадов. Козел. Да. Ну сейчас уже конец скоро. Три ангара, получается, и двухэтажная заброшка тут находится. Суки как ожесточенно сопротивляются. Командная точка и близко, но не просто их выкуривать. Тут до хера. Так, чисто вот этот ящик. Так, все. Вовнутрь. Будем осматриваться. Там клетка. Слушай, а что такое цель-то тут? Давай позырим. В клетке, что ли, тот чувак сидящий? Тоже цель? Я не знаю, сейчас увидим. Или он не цель? Не, наверное, все равно цель. Так, ну вот этот ангар УБ. Внутренний, от которого пришли. Вот такой вид, куда я шел. Так, нормально, наверное, все вычищено. Бежали наверх, сходим разок. Так, вот ангары эти сами. Да, типичные ангары. Место, откуда я шел. У точки Б. Х там далеко видно. Но канистра-то не цель. Сука, он как людоед, блядь. К нему упал. Да, куда? Людоед. Там сидит. Сейчас позырим на него. Вот он. Попасть к нему невозможно. Ну такой гад там сидит. Давай ящик сейчас уничтожим. Не знаю, закончится компания этого, нет, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Дальний ангар, короче.
Нет, не закончилось, надо гада уничтожить пойти. Нет, не получилось пока еще. Ну, это последняя цель сейчас. Все уже. Попробуем эту херню подорвать. А так целью даже не тот был хрен, а канистра. Получается. Джон набирает 1383 очка, 255 фрагов. Карта называлась Om Hardway to Eds. Трудный путь к Изи. Или к легкой победе. Серия голландских карт Om Hardway.